Не, ну когда-то же здесь появляются страницы, правильно? Очень долго. Естественно, в такие моменты будет удаваться делать некоторые вещи быстрее, чем обычно. Давай предположим, что здесь больше ничего нет. Как умные люди, пойдем дальше. Вот, типа, я там собрал 3 штучки. Я нажимал на Е. Но, видимо, действие пропадало. Действие пропадало, как и моя надежда. Если здесь все будут сейчас страницы, это просто крупный джекпот. Но здесь не все страницы. Поэтому джекпот отменяется. Даже чисто физически. Посмотри, они все в той стороне, все. Все в тех туалетах. Они могут находиться 6 в одном крыле, могут. Но я бы побежал бы, знаешь, куда? После всех стараний. Я бы побежал, наверное, в коридор. Это идеально, чё. Ну, возьми, слышишь? Возьми нормально. Вот с ней тоже надо как-то встречаться иногда. Да, давай. Как ты долго думаешь? Пошли. Я даже обузди такого. Пошли, 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 пошли. Ну это было бы быстро, но это не быстро все равно. Давай, давай, нормально говори. Первую цифру хорошо скажи. Надо как-то, наверное, менять свое местоположение, что ли. Пусть как-то вот так крутиться, стоять, стоять. Я не особо понимаю, когда она тошнит, когда не тошнит, но... Как есть, так есть. 2.33. Да, это лучше, но... Можно же еще лучше, можно за 2.30 выйти. Прекрасно мы это видим. Я даже успел 2 туалета пустых проверить, просто 2 туалета было пустых. Можно в 2.10 выйти. Спасибо всем за просмотр. Сайконус Атока, 228 Альфа. Вот такой вот ран. Можно лучше. Можно. Можно. Но должно повести во всех смыслах. Должно мега повести вообще. Идеально просто должно быть. Я на код должна сказать. И страницы надо собрать подряд. Все должно быть хорошо. Как-нибудь добьемся этого, надеюсь.